Каким должен быть первый автомобиль? Автопанорама задалась этим вопросом в рамках нашей очередной акции. Мы выбирали простые в обслуживании и эксплуатации автомобили. В программе тестов оценка управляемости, быстрая адаптация к органам управления, не последнее место занимали и вопросы практические. Ведь типичные проблемы для новичка – это мелкие столкновения, задевание бордюрных камней или контактная парковка. Наш первый вариант – псевдокроссовер Lada X-Ray. Итак, что важно начинающему автолюбителю в движении? Это в первую очередь, чтобы автомобиль легко тронулся. И сейчас мы сымитируем ситуацию бросания педали сцепления не сильно резко, но достаточно грубо. Итак, опс, у нас автомобиль немножко дернулся, но проблем с этим никаких нету. Мы не заглохли, и на самом деле довольно трудно в такую ситуацию попасть. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на информативность кулисы коробки передач. У Lada X-Ray, конечно, она не очень хорошая, однако не попасть в передачу довольно проблематично. Я никаких препятствий для юных автолюбителей не вижу. Lada X-Ray подойдет широкому кругу автолюбителей. Плюсов хватает, а явно отторгающих минусов нет. Да, хотелось бы лучшего пластика. Да, есть определенные эргономические просчеты. Да, подвеска шумно отрабатывает. Но вы получаете вместительный, экономичный кроссовер с достаточным количеством опций. При этом еще и доступный. В качестве первого автомобиля Lada X-Ray достойный вариант. Следующий вариант – один из самых популярных авто среди белорусских таксистов – Renault Logan. Такая популярность означает экономичность эксплуатации седана, чем не вариант для первого авто. В салоне для новичков очень важно, чтобы все было понятно и находилось под рукой. В Renault Logan приборная панель не перегружена лишней информацией. Однако, управление магнитолой несколько непонятно. То есть громкость у нас переключается кнопками, а радиоволны такой крутилкой небольшой. Соответственно, можно немножко запутаться. Климат-контроль расположен эргономично, все интуитивно понятно, можно регулировать, не отвлекаясь от дороги. Мощность силового агрегата – 113 лошадиных сил. Он легко разгоняет легкий Логан до нужных скоростей. За счет своей приемистости мотор не заглохнет даже на второй передаче почти при полной остановке автомобиля. А средний расход в 6,6 литра на 100 км не будет в тягость даже кошельку студента. В нашей комплектации есть круиз-контроль, совмещенный с ограничителем скорости. Если первая функция хорошо всем знакома, то ограничитель скорости окажется для начинающих автолюбителей незаменимой вещью. Он позволит избежать штрафов. Мы попытались посмотреть на Renault Logan глазами начинающего автомобилиста, и с этой точки зрения он нам понравился. Мы пришли к выводу, что автомобиль сбалансирован по всем параметрам. Бюджетный универсал с повышенным клиренсом и дополнительной пластиковой защитой – Lada Largus Cross. Большой, вместительный, экономичный, да еще и ошибки при парковке простит некрашенный бампер. Неоспоримым преимуществом Lada Largus Cross является его универсальность и функциональность. Приставка Cross означает, что автомобиль может приехать туда, куда его предыдущий собрать не доедет. Ладу Largus Cross скорее хочется рассматривать как помощника в ежедневных делах, нежели автомобиль выходного дня. Ведь этот авто повышенной проходимости бюджетного класса будет стараться быть полезным и услужливым для своего хозяина. Ничего сверхвыдающегося не нужно ждать от динамики этого автомобиля. Размеренную спокойную поездку из точки А в точку Б Lada Largus Cross обеспечит водителю и пассажиров при любых погодных условиях. Подвеска отрабатывает неровности дороги, не доставляя неудобств сидящим внутри. В техническом плане Lada может похвастаться наличием антиблокировочной системы тормозов ABS и электронной системы распределения тормозных усилий ЕБД. Lada Largus Cross может быть в качестве первого автомобиля, и он может быть хорошим служивым для молодой семьи с детьми. Он может быть достойным помощником старшему поколению и надежной лошадкой для любых служебных командировок. Мы не могли обойти стороной и модный сегодня класс кроссоверов. Вот уже 3 года подряд самый популярный автомобиль по данным Белорусской автомобильной ассоциации – Renault Duster. Простой, честный, а с дизельным двигателем еще и очень экономичный вариант. Салон Renault Duster крайне прост, однако в этом и его же плюс. У нас сиденье сделано из такой очень плотной кожи, поэтому ее как-то повредить, пробить, ну так достаточно сложно.
панели, конечно, жесткие, но зато они очень хорошо моются. Это, ну, достаточно серьезный плюс. К эргономике претензии есть, в частности, ручное управление климатом находится в не очень удобном месте. И чтобы посмотреть на экран магнитола, нужно отрываться от вождения. Хотя у нас есть подрулевой переключатель музыки, и, в принципе, это спасает ситуацию. А так, в целом, все остальное удобно, комфортно, устроиться можно в кресле, места достаточно, все хорошо. Да, конечно, профиль как передних, так и задних сидений мог быть лучше. Но зато места сколько. Наш тест-пилот Вадим Прупас с ростом 182 сантиметра легко садится сам за собой. Задний диван позволяет разместить трех пассажиров. Багажник не очень большой, объем составляет 408 литров. Но форма внутреннего пространства правильная, прямоугольная, поэтому его можно загружать под самую плешку. Что ж, подведем итоги. В виде дачмобиля Duster подходит на все 100%. Однако он и в городе не спасует. Особенно порадует зимой, в снежной каше и на льду. Но впереди у нас лето, солнце и отпуск. И здесь Duster будет хорошим помощником. На нем смело можно отправиться в путешествие. А победителем по соотношению новизна, практичность, комплектация и расходы на эксплуатацию наши тест-пилоты назвали премьеру 2017 года – новое поколение Hyundai Accent. Поговорим о динамических характеристиках Accent'а. А они изменились в лучшую сторону. 1,6-литровый мотор на тестовом автомобиле разгоняет Accent быстрее предшественника. Мотор 1.4 и вовсе новый. В движении новый акцент радует. Приятная рулежка, комфортная подвеска. Связка, мотор, коробка работают, если не идеально, то очень хорошо. Толчков при переключениях нет абсолютно, а автомобиль ускоряется предсказуемо в зависимости от положения педали газа. Передвижение по гравийной дороге на новом акцент стало в удовольствие. Увеличенные ходы подвесок позволяют не замечать даже крупные неровности на немалой скорости. Теперь акцент без зазрения совести можно назвать автомобилем для плохих дорог. Мы придирчиво протестировали новинку от Hyundai, и из минусов только вопросы к заднему ряду. Все остальное не просто порадовало, а поразило. Автомобиль получился очень удачным. Комфорт передвижения и набор опций соответствуют автомобилям классом выше. С доработанными моторами и коробками акцент обещает стать более экономичным и ресурсным. Все тесты, фото и видео на сайте программы. Больше отзывов, эмоций в лентах соцсетей по хэштегу «Автопанорама».